Здравствуйте, друзья. Не успел я зайти в офис, как увидел коробку, и Константин берет не гитару, а ножик. Да, давай ножик берем. Это у нас открывашка для коробок и конвертов. В основном конвертов, но мощность открывашки позволяет и коробочку тоже. Там написано не Amazon, видите, ленточка. Такой Amazon Prime. Prime это значит, что они с меня каждый месяц деньги берут. У меня как бы подписка такая. Зато шлют бесплатно. Вот я не плачу за пересылку, а я все время книги покупаю. Очень много разного добра. И там еще есть очень много фильмов. Спасибо. Видите, это акт гуманизма. Вот кофе. Так. Галочка, вас можно показывать? Можно? Можно. Доброе утро. Так. Послушайте, это вы как попали в точку-то вот с этим добрым утром? Так, это материал упаковочный, так, это подарки, воздушный. Это флаги. Это которые выиграли? Флаги, да? На башнях, да. Вот я заказал 10 флагов, некоторые без. Ну, давай развернем. Так, давайте вас двое. Подожди, ну, как-то вы... Ну, я думаю, как угодно можно. Ну, вот так, да. Вот он, друзья, флаг марокканский. 3 на 5 футов. Это что-нибудь 1 на 1.5 метра. Я хочу показать расшитые звездочки. Вот они расшитые. Я хочу показать полосочки, вот эти, которые красные и белые. Они прошиты швом. Они не нарисованы краской на чем-то таком. А они вот... Так культурненько все сделано. Классический белевой шов. Да, продается как Made in America. Вот уж я уж... С люверсами. Люверсы это как? Это вот эти дырочки. Вот эти дырочки. Это русское слово такое характерное. Ну, люверс, да. Нет, я не знаю. Я никогда не слышал такого слова. Ну, не важно, с дырками, короче. Это можно повесить на улицу и в доме. Так красиво развиваться. Красиво, да. Вот тут написано, что он из нейлона. Видите, написано. Ой, давайте глянем на этикеточку. Написано 5x3. Найлон. Embroidered это с вышивкой. United States flag. Ну, вышивка это, видимо, имеется в виду сама звездочка. Вот я купил сразу 10, потому что на всякий случай у меня осталось. Еще конкурсы? Дело в том, что у меня 4 есть, а надо 5, потому что я объявил, что будет 5 призов. И вот тут мне прислали. Так что все, друзья, значит, те, кто еще не получил призы, мы скоро их будем отправлять. Вот, я отдельно сниму, как мы отправляем. А вы потом отдельно там напишите, что получили, чтобы мы знали, что дошло. Так, вот женскими нежными ручками берем оружие страшное для открывания конвертов. Бережно упаковываем. Да, мне когда-то из Испании студентка привезла. Толецкая сталь. Ого. Да. Ручка кнопочка. Такая интересная. Да, да, кнопочка. Ну, в общем, друзья, больше конкурсов хороших и разных. Всем хорошего дня.